Включение европейского вектора развития Молдовы в Конституцию пока туманно. Накануне с такой инициативой выступили депутаты парламентской группы «Про Молдова», покинувшие недавно Демпартию. Для ее регистрации в качестве законопроекта необходимы 34 подписи парламентариев. Представители ПДС и ППДП указывают на предварительное принятие их декларации о европейском будущем Молдовы. Сначала мы будем настаивать на принятии нашей декларации о необратимости европейской интеграции. Проанализируем их предложения, посмотрим, насколько хорошо оно аргументировано. Если бы все зависело от платформы «Да», не было бы проблем. Но мы все понимаем, что для этой декларации не хватает голосов. Поэтому я предлагаю более простое решение – на следующей неделе ввести декларацию об европейском векторе. Председатель Демократической партии Павел Филипп не дал утвердительного или отрицательного ответа на вопрос о готовности поддержать поправки. Социалисты говорят, что для начала необходимо ознакомиться с инициативой. Нас интересует содержание, а не заголовок. Давайте посмотрим, что там есть конкретно. Может, они родят что-то конкретное, продуктивное. Если это декларативная инициатива, значит, мы так об этом не скажем. Это политические заявления, и я считаю, что у парламента сейчас есть более важные задачи. Осенью 2018 года с такой законодательной инициативой выступила фракция ДПМ прошлого созыва парламента, но она не набрала нужного количества голосов. Тогда «за» проголосовали 54 депутата при необходимых 67.